Всем привет! Как вы видите, я в полной экипировке. Это означает, что в связи с нынешним международным положением и угрозой Швеции со стороны России, ну и также со вступлением Швеции в НАТО, объявлены сборы территориальной обороны нашего района. Я, как законопослушный шведский гражданин, выразил добровольное желание поучаствовать в этих маневрах и готовиться к возможному отражению российских агрессоров. Вот, вы видите, мне выдали хорошее современное вооружение. Ну, тут патронов сейчас нет, естественно, потому что я нахожусь в городской черте. Вот, полная экипировка по натовским стандартам. Ну, для территориальной обороны, потому что камуфляж это не фирменный шведской армии, а именно территориальной обороны, для таких как я. Но мы в полной боевой готовности, видите, хорошие автоматы. Здесь еще обвесочка, всякие эти самые прицельные устройства, но они секретные, их показывать нельзя, поэтому я съемок их снял. Вот. Так что сейчас загружаемся, едем на базу, выдают нам боеприпасы дополнительные, гранаты, гранатометы шведского производства, Густав, вы знаете, такие, да. И сегодня у нас будут стрельбы. Правда, я это показать не смогу, потому что, сами понимаете, это дело секретное, спецподготовка, она немножко засекреченная. Вот как правильно стрелять, ложиться, переворачиваться, там то да сё, но это специфика наша, да. Так что... Ждите следующих роликов, я вам расскажу о моих занятиях. Враг не пройдет.